матюкаться можно. Ну, конечно. Да, мы прям зарубаемся жестко. Не факт, что друзьями останемся после этого. Только без запрещенки. Да. Ну, это естественно. Ну, ёппарасоте, а? Ну, вот опять началось. Да я так чуть-чуть поиграю, сейчас их тут всех это самое, как бы, да, и все. Шапки надо попробовать. Сейчас меня убьют? Тьфу, блядь. Пиу-пиу-пиу. Гайды какие-то. Это вот, знаете, вот... Когда я помню визу американскую получал тоже. Никогда не читайте советы о том, как получать американскую визу и как нужно себя в посольстве вести. Это кто-нибудь наоборот вам хуже сделает. Нет. Ликс герой. Ликс герой, он включил. Хесус, ты сейчас где? А где труп? Я справа внизу. Справа внизу. Я, короче, да, я пыталась сказать... с тобой бежать. Я думала, ты побежал на электричество. Не, я прям... пошел в эту. А там где нашли? Еще раз на... можно? Вот, короче, как хранилище выходишь со стороны связи. Мы шли с Хесусом вдвоем, а потом я его потеряла. Ну, я направо пошел. В комнату управления, короче. Да, я поняла. Подожди, а ты где труп нашла? Хранилище. А. Хранилище. Это внизу самом. Да. Со стороны связи, как выходишь. Со стороны связи. Я видела, просто телепорт у меня загорелся. Я видела только Диму на щитах, и все. Смотрите, мне навстречу бежала Поппи. Да, смотри, Дим, я тебе рассказываю. Поппи? Зачем мне делать килл в хранилище, если я могла прийти и убить тебя на электричестве? Это раз. А ты не могла, знаешь почему? Потому что там долго никого не было. Ты ждала и потом ушла. Да, но только я была сначала в навигации, я шла вместе с Боевой, я такая, блин, мы пойдем, свет через короче... нет. Вот. Ребят, я в курсе, что вышла беременна в 16. Если вы так хотите, чтобы я посмотрел, как бы, ну... Потом убежала. Да, я тебя поиграю, посмотрим. И Крис еще, по-моему, докачивал файлы, мы с Хесусом поползли вниз, я его потеряла из виду. Я стоял на камерах, я вроде видел Беста над 51, ну типа с оранжевого. Нет, ты видел Эвикея, меня, и вроде Крисвей пробегала там. Да-да-да, подожди, а где я пробегала? Я на камерах стоял. Крис, ты после того, как вы вместе вышли с Хесусом и боевывал из навигации, ты куда пошла? Я спустилась вниз к щитам, видела Диму там, все. Я до хранилища даже не добегала. Подожди, ты на щитах увидела Диму? Подожди, какие еще щиты? Подожди, Крис, ты увидела Ликса? Нет, я делала задание на щитах и стояла у меня в упоре. Ты была в управлении. Подожди, я на щитах был, тебя там не было. Ой, ага. Хесус был. Я там был, какой Дима? Подожди, так Хесус говорит, что Крис там был. Я не видел тебя там, Крис. Ну ты задание... Мы на щитах стояли вот только и, что. Вот и два трейдера влетело. Я тебя там просто... Ну, я тебя не видел. Так, Крис, не, говори... Как бы света не было, ну... Справа, это факт. Я её видел там. Ну окей, света просто не было, но я её не видел. Я в упор подбежал и начал выполнять задание, нажал... Ну ладно, не, ну я просто тебя не заметил. Не, ну её там реально не было. Ещё... Не, ну я Дима, конечно, но я же не Ликс. А же... Вот как твой никнейм, блядь, читать? H20NA. Что это, блядь, такое? А, ля, реально. Ах ты, сука! Реально, блядь! Пиздец. Да хули вы мимо бегаете-то, блядь? Труп лежит. Ой, сука. Ну давай, Эвикей, давай, найди меня. Ну. Good game, о! Привет. О! Ага. Здорово. Ивашка, спасибо. Опять на щитах? Кто второй выключил? На щитах, давай. Давай. Я нижний. Крис Вейв. Сука, блядь. Ёб твою мать. Снизу справа я имею в виду. Нет. Ой. Просто стоишь. Я смотрю, я контролирую ситуацию. Короче, где стоит он прямо на меди... Чё? Медициной. Кого он там контролирует? Да, и увидел меня и побежал. А я пошла чекать трупы, типа метки, типа, никого Юль, нет. Думаю, вот он так делает, а потом у нас задание не выполнено. Стоп, у меня вопрос. На верхний саботаж там была Крис Вейв, там был Знат. Я был. Я потом пришел, когда они починили. Я одна стояла, я пришла позже за Знатом.
Я одна пришла, все, я знаю, кто. Дина, объясни мне секунду, откуда ты пришла? Может, пришла это Луна? Это же Пончик. Не приходил. Короче, я зашла на админку. Может быть, это Дина, но не по этому моменту, потому что я зашла на админку, там что-нибудь такое. Ой, бля, ладно. Никто, кроме... Вообще никто. Я потому что пришел, там стояла Крис Вейв, мы починили... Ну, я начал чинить, он тоже чинил, может, наверное. Может, это банан. Момент, вряд ли меня видел. И там или зубная побежал, щетка. Поэтому снизу никто не пришел. Возможно, или того, кого не было с нами. Вот, может, этого это гантель. Стоит подозревать, кто вот сейчас или был сверху, верблюд. Ну, хер мы знает, кто вспомнит. Или тигр. Ну, вот, Дина, смотри, Дина или туда собака. Пришла, я когда там бежала, я либо не видела труп, он там уже я там в замешании. В смысле, блядь? Может, это корова? Нет, какая корова, нахуй? Никаких идей. Сверху я не это был кош, нахуй. Кош, блядь. Ковш, ебаный. Пиздец, а как надо было кота нарисовать? Что-то не понял. Ну я хотел сказать кошка, блядь. Кошк. Кошка это был. Кошк. Я хуею, блядь. Морду. Так и там же написано в скобочках. Морда. Написано. Кошка нужна. Ну так... Я рисую полностью кошку, блядь. Мне что это? Пизду надо было нарисовать. Осуждаю, сори. Прошу прощения за такие выражения. Неприятно я общаюсь, конечно. Надо прокачивать базу. Панасенков говорил, а я что-то вот вообще как бы не следую его рекомендациям. Кош. Посмотри потом как-нибудь в предложку. Пежа-пежа-пежа, ёлки-палки. Там новый мем с котом от Чарльза. Да никто не шарит за этого Чарльза, блядь. Выкладываешь мем про Чарльза, такой... А чё это? Объясните, блядь. Стримы не смотрят потом, а чё это? А кто это? А чё за Чарльз? Причём, вопрос задают, а другой чел какую-то хуйню начинает втирать, ну, объяснять, типа, что это такое. Ну, вот мы тогда смотрели «Беременна в 16», фух, и это оказывается там да, что-то... Персонаж из «Беременной», какой-то чел по имени Чарльз... И типа, донатер его назвал этим... Что ты несешь, блядь? Это вообще слово чат и изи. И читает Чарльз. Причем тут вообще какой-то персонаж. Что ты несешь? Короче, ясно, это знак. Ой, бля. Так что можем ударить сначала Кристину, потом... Короче, обидно быть тем, кто не шарит за Чарльза. Там при мне был даблкилл, потому что Дина стояла справа, подбежал к нам Джон Тайм. Да, нифига подобного. Я зашла в администрацию, спустилась хранить. Суки! Это правда, я видела Зната рядом с канистрой, да. Мы с Джоном держались вместе, а Алексей... Бля, я думал, тут ураганы на нем изи. Знат забегал. А как я ураган нарисую? Ну, типа... Это же ураган. Серьезно, это ура... О! Так, ребят. Это помните, это когда я рисовал кош, она сказала, это корова. Сейчас Кристину голосуем. Окей, но если вы меня голосуете, поэтому берем нахуй. И опять рисуем то же самое. Это самый репорт. Или зубная щитка. Корова. Или крокодил. Может, это труба, музыкальный инструмент. Блядь, сейчас, сука, лапа. Ой. Или тигр. Это лапа. Ой, это... Ума не приложу. Ну, это, блядь. Что это? Увы, да ты ебал! Нет никаких. Сука! Блядь! Я знаю, как выглядит корова, но я хотел нарисовать ее так, как я в прошлый раз рисовал кошку, и она думала, что это корова, а сейчас она почему-то не думает, что это корова. Ну алло! Блядь, не могут деактивировать. Значит, точно трейдер. Ну, Байовел. И еще кто-то. Знаешь? Кто где был? Знаешь, что странно? Я думаю, Джоин. Короче, да. Диман меня увидел, ну, побежал наверх. А почему ты не побежал эту чинить? Ну, а короче, я стоял у медпункта, смотри, я да? посмотрел в админке, я посмотрел, что да? слева было. Один был человек в электрике, и двое было в левом нижнем двигателе. Ой, Крис я Вейв. Я пошел к медпункту, чтобы Господи. Посмотреть, кто выйдет. Крис Вейв, боже мой, при чем тут боевал вообще? Мог кто-то выйти. На вот, прошлом раунде Знат сказал, Знат говорил, что это Кристина я. С Юлей забегали. Так, минутку. Да. Ох, хрена никто не стримит, то кроме Ликса. Можно сказать, да? Мы сейчас не кикаем. Не, можно сказать. Пиздец. Юля вторая. Смотри, со стороны трупа бежала ко мне Юля.
То есть труп был справа, вот максимально справа. Джоин стримит? От этой О2 получается. А почему? А, господи, второй канал. Это кто говорит? Боевого. Да, да, ты же говорил, что Гайку позовешь. Обид... Я говорил, что Гайку позову. У нас дубль был. В смысле, куда? Где? Юрий, голосуй. Когда? Все, найс. Только Дин это. О! Подожди, они боевого кикнули. Остальным по боку пропускали. Не, не по боку, я просто еще типа. Нет, я за ним гналась, не могла догнать, РНЖ не хватает через всю карту. А я не понимаю, что сделал. Сделал. Именно просто отомстить я хотелось. Зачем? Да просто, ради принципа. Крису выгнал. У меня вопросик есть один. Почему меня подписывают? Сколько предателей осталось? У тебя нет беты. Надо бет? Нет других заводчиков. Да. Ах ты читер. Ликс. Да, получается, что так. Читера. А я играл в последний раз, когда, знаете, никаких бет не было. Ладно, сейчас приду. Ликс, ты в курсе, что у тебя камера включена в Дискорде? Да, я смотрю на его лицо и такой, бэт, зачем он это делает вообще? И вижу, он типа, как только начали, он говорит, всем пизда. Я его спрятал просто. Короче, ребят, смотрите, изи нахождение Лексамиром или трейдером. Если он не стоит АФК в странных местах, значит, он предатель. Все. Я, кстати, Дина, кстати, я по-разному вообще. Да, я это делаю. Его не прочитать, он по-разному. Дин. Помнишь, я обычно всегда на мирном играла, типа, разбиралась в столе, типа, информации дохуя говорила. Сегодня сколько я раз играла на мирном и молчала? И вы все такие, ну, это Таня, она молчит. Тогда типа, я... нужно менять. Нужно я меняю стратегию. Вот. Да, ты-то да, я про Ликс и говорю. Шапки. Не, Ликс, не, Ликс красавчик. Ликс в раз нас выебал вообще. Мы в два вышли. Молодец. Все, залетел комплиментик вечерний такой, неожиданный. Научился играть. А кто не зашел? Наконец-то Ликс. Наконец-то Ликс не делает килл в столовой и не говорит, что он был в этот момент в навигации, когда его 4 человека видело в столовой. Хорошо, что он кнопку пока не нажимает. Я нажимал килл просто, по-моему, тебя убили уже. А, ну понятно. Так, найс. И еще одна просьба, если не сложно, а вот по оверлею сайт у вас есть эта история? Ну, знаешь, что можно было выводить. В Дискорде? Да, по Дискорду. Вики, бей у меня в чате восклицательный знак оверлей. Все, понял, сейчас бегу. О, отображается. А там права не нужны будут просто. А если через... Если у тебя на... Че, ребят, начинаем? Если у тебя на стриме не отображается, то сделай захват окна, а не захват, типа, игры. Если через Дискорд, то можно, если через сайт, бля, то надо права. Зависло. Черный экран. Угу. Черный экран, да. Бля, ну, как обычно, джоин. Слабое звено. А мы играем? У меня черный экран, и я вылез. Мы ливаем еще, да? Да, перезаходим. Блин, а я трейдер. Да, можешь давай быстро меня, 2 килла делать, быстро! Сейчас, подождите, КД. Давайте килл в толпе, килл в толпе. Блин. Да! А кто же комнату заходил, да? Это Дина, блин. Да, я видел. О, Джойну. Подожди, а кто еще? Джойна. А, он же вылез, твоя дура. Я думал, что Крис Вейв. В ту же комнату заходить. А пусть они ливнут. Да, в ту же. Ливайте, два раза. Ливайте, трейдеры. Так быстрее, чем кикать 2 раза. Ладно. Классно сыграли. Легчайшая победа. Заходи, Джойн. Нормально так статуку. Отлично. Легчайшая. Вы идете на Twitch Rivals по Among Us? Да, я хочу, а уже... Чего? Twitch Rivals по Among Us? Я просто реакцию хотел узнать. Я хочу организовать. Блин, ну ты смотри аккуратно так это. Я сделаю свой Twitch, и у меня будет свой Twitch Rivals. Ну, кстати, я вам хочу сказать, что стопудово сделают, потому что сейчас игра... Да, ну как, а как ты это себе представляешь, скажи? Смотри, там нужно общаться, соответственно, это будет невозможно. Разделено на... А английский сегмент, испанский, португальский, видимо, наш, если сделают. А, мне, ну... Я бы в португальском поучаствовал. Анимация задания, что ли, включена? Кто-то не зашел. Гости в роли поставим. Я вошел. Визуальные задания выключить. В эту суку. Мне кажется, было бы прикольно, если бы Twitch Rivals сделали, ну, можно сказать, интернациональный, то есть туда бы пригласили людей, которые, типа, знают английский, и, то есть... Ну, да, меня. В принципе, я бы мог. Jesus мог. Я вот бегаю, блядь. Да, я вот. Я не могу зайти. Я как вышла, мне кикает теперь ошибка. И сделать, наверное, так же. То есть, типа, понабрать всяких разных команд. Вот, и типа... Можешь перезайди. Да я перезахожу, не получается. Блин, ну это очень классно. Надо много раз нажимать и заходить. Рано или поздно пустит. Сейчас. О май гад. Hello. I know California language.
I'm not traitor, I'm... Impostor. I'm impostor, да? I'm not impostor. My name is Oleg. I'm MVP crewmate. Nice work, yeah, Олег. Your name Саня, вообще-то. А я... Мы все брови поставим. I know. Да, давайте все бровки поставим, такие красивые. Не, у меня шляпа, я посмотрел гайд в ТикТоке. Да, да, я уже с бровями весь день бегаю, блядь, тема оказывается. Человек там можно, короче, там труп можно полностью вот так тут встать на него и все. Да, только огромная кнопка репорт справа все равно. Блядь, об этом я не понял. Дискорд, тебе не к чему сейчас видеть. Так, ну что такое? Гайд из ТикТока. Я не могу зайти, не знаю, что за бред. А что за ошибку пишет? Мне долго грузит, сейчас загрузится, я скажу. Что-то там пакет, сайз, 18. Надо как-то с пингом что-то. Попробуй перезайти в игру, позаходить в публичные комнаты, поменять сервак на Северную Америку обратно. У меня тоже такое. Ой, только публичную комнату не включайте, ребята. Что там? Может, это линия. Ну, на всякий случай. Или чемодан. Да, там нужно, типа, пробиться. Или подушка. Это же камера. С серваками там проблемы есть. Мы чисто Битлз такие стоим смотреть. Может, это скамья. Или подушка. Или клавиатура. Или кондиционер. Может, это тостер. Или бассейн. Или духовка. Или комод. Может, это пирог. Увы, у меня нет никаких идей. Барни. Что ты, блядь, высрал? Спасибо тебе за 100 рублей. Ух, нихуя, уже убили кого-то. Угу. Что ж это было быстро. Где? А килл был в навигационке, дайте угадаю. Ликс. А я забыла, кто сейчас... вместе с Поппи пошел это... направо. Подожди, Дина, я же только что мимо тебя прошел. Я направо тоже ходил. Я направо, но она в самое право убежала. А я около О2 стоял. А, Хесус, ты пришел на О2, там был джойн? Да. Да. Был. Хорошо. Так, инфа. Инфа. У нас... Это не Викей, это не Знат, это не я, это не Дина. Убийца прыгнул в люки. А, да, убийца, да, я видела, как люк захлопнулся, но, блин, я забыла, кто шел с Поппи. Ну, смотри, у нас не Викей, не Знат, не я, не Дина. Кто еще кто нас был? И не Хесус. Джоин. И не я. Боевал и Крис Вейв, получается. Знат. Чё? Если вы уверены в друг друге, то по остатку в нашей пачке точно один трейдер есть. Кто? Знат и Крис Вейв. Либо Ликс, либо Овла, либо Крис. А, я в Муте была. Я была в столовой, выполняла задание, смывала листики. Ну, получается... Скипаем, идем дальше. Не, погоди. Не, подожди, скипай. Джойн с Хесусом сейчас на О2 стояли. Да. Да. Так, Бист... Это не мы, получается. Бист, где ты народ видел? Я на... Что, я видел? Я... Ты оправдываешь, где ты их видел? Народ. Они стояли народ. Один из заказчиков, второй листья спускал. Я это не Дима. Стоп! Вики убежал. Листья сверху в столовке? Да. О, а Кристина говорит, что она спускала листья сверху в столовке. Ты это видел? Да. Я спускала. Я, кстати, спускал листья в столовке. Тоже. Но если в начале раунда, я под конец, ну, в середине я встал. Вот. Крис, ты когда это делала? Ну, прям только что. Я делала это, тройка, и нажали в итоге кнопку. Ликс и Крис, кто-то из них убил сейчас Поппи. Я не могу быть, я был в админке. А смысл мне вот так вот себя палить? Типа, ну я бы сказала, что я где-то была, но я реально стояла. Дима, сколько людей было в О2 сейчас? В О2, подожди, О2 справа? Справа два в навигационке было, два в О2 было. Хо-то хуй у меня в игре лагает кнопка, кнопки, блядь, чё за говно? Так! Ладно. Окей. Блять, электричество, ёб твою мать. Ну, я убивать пока не буду, естественно. Нахер оно надо. Ой, так, Крис Вейв лучше сейчас не убивать, потому что на нее подозрения. Ее мы трогать не будем. Бля, теперь Джоин, сука, привязался нахуй. Блядь. Так, ну я вроде, ну, без, ну, как бы, ну, нормально же, да, как бы, ну. Ну-ка, блядь, можно было вот тут ёбнуть, конечно. Ну, Крис Вейв, сука, ну, как бы видел, ну, как, ну, да. Блядь.
Блядь! Только что появился труп. Я его не увидел, но у меня появился репорт. Внизу от хранилища, если идти направо, я пошел, ну, где радио накручиваешь. Шевелить предохранитель. Было... Стоп, подождите, там был joint time. Оттуда шел... Там шли три человека, но я, блядь, всех перепутал. Да, скажите, пожалуйста, а где был килл сейчас найден? Еще раз рассказываю, это вот, знаешь, коридор от хранилища внизу право. Направо, да, вот, и вот прям... Это Дина, ребята, потому что Дины не было в админке, и когда свет потух, я там был только с Крис Вейв, я подхожу в моменте, и там просто Дина стоит у админки каким-то образом, ее там вообще рядом не было. Ты уверен? Да, ну, кстати, да, Джоин, ты же, я тоже Дину видел. Не, если вы 100% не уверены, то лучше никого не кинуть. Ну, я все время с Джоином бегал. Да, да, да. Ребята, у меня вопрос по первому раунду. Так ты Дину тоже увидел? Да, 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 да. Мне показалось. А кто дефал, Крис? Юля, где ты была в прошлом раунде? Я сразу побежала вниз в хранилище, дошла вот потом до связи, скачала файлы и в все. В прошлом раунде, да? Да, это я первый. Тебя даже рядом не видел с админкой, вот в чем проблема. И ты там оказываешься, когда свет. Дим, я пришла в админку через главный вход. Слушай, сейчас смотрите, нечетный. Смотрите, смотрите, есть ребята. Безопасный кик, по идее. Нет, наоборот, его нет. Значит, не Бист был на камерах, потом я побежала вниз, он побежал вниз, там еще недалеко от камеры была Юрий Байол, потом я побежала вниз, Бист побежал вниз, вырубили свет, и Бист, видимо... Подожди, Эвикей, ты где нашел труп еще раз? Убили. Где радио? Нашел. Внизу, помню. Нашел там, а Биста, я думаю, убили рядом с Олегом. Да, я спрашиваю. А, Биста еще убили. Рассказывай, нет, это Хесус с Джойном справа внизу был еще. Хесус бежал за, не знаю, до того, как я нашел труп, секунд за 20 из хранилища. Я подумал, что это он, потому что только секунду. Не, я с Джойном. Стоп, 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 я дай это говорю. Я такой пошел проверить направо, и мне навстречу шли три человека. Там не было трупа. Я сделал предохранитель, пошел чинить свет, и когда я уже шел в обратную сторону, там я нашел труп. Поэтому кто-то из тех трех людей, который там шел, присмотритесь к Джойн Тайму, потому что он... Не-не-не, я... Он... Потому что он бы меня ёбнул тогда уже давно, алло. С кем ты был в админке, Ликс? Мы не разъединялись, понимаешь? Да, мы вообще не разъединялись. Ты уверен, да? Тоже подумай, что вы бежите трое, нет трупа, я возвращаюсь, труп есть. Так мы вместе с ним бежали, блядь. Ребят, ну, переиграл и уничтожил. Все как обычно. Фу, блядь. Ну и нахуя. Извините, пожалуйста, что прерываю ваше задание. Давайте и еще дообсуждаем. Дообсуждаем. Так, Ликс, ты уверен, что ты был с Крис Вейв в админке? Да, точно? Я уверен на 100%. Я был с Крис Вейв. Крис, ты подтверждаешь? Да. Это вы весь значит, раунд были? Смотри, мы были все вместе. Значит, это не они сделали два время дела. С Хесусом. Все время. Еще мы видели, как Крис выполняла задание тоже. Смотрите, ребята, у нас в первом раунде получалось, что убийство совершил либо Ликс, либо Байов, либо Крис Вейв. Но так как сейчас у нас Ликс и Крис Вейв были вместе точно в момент двойного килла, Знат плюс Димка, получается, это не они. Получается, у нас остается из них троих Юля. Кто Дим, второй? Вопрос, кто второй? Эвикей. Я могу быть. Слушай, в паре? Эвикей мог это спокойно быть. Давайте смотри, тогда присмотримся к Байову, да, и я посмотрелся к Джойну и Хесусу. Как думаешь? У меня двойка трейлеров, Байон уже... Как мы можем быть вместе, если мы вдвоем бегаем, а умерло уже три? Алло, блядь, ну, Ликс. Да, я не знаю. Я пока вообще не могу понять. У меня каждый под подозрением просто абсолютно. Ты, получается, если подожди, ты Крис. Ты там, да. Значит, Крис, почему ты молчишь? Ты могла сказать, что ты нас видела тоже, как мы бегали абсолютно всегда вместе. Я это говорю, меня перебивают. Я говорила то, что я видела, как ты бегаешь, Джон, вместе с Хесусом на пару. Потом мы с тобой стояли сейчас вместе в управлении или в навигации, не помню, откуда. Вот, ну да. Ну и все, в принципе. Это не мы, получается. Второй остается? У меня по остатку выходит Эвикей 100%. Нет-нет, Джойн Тайм, подумай. Смотри, ты бежал, говоришь, с тремя людьми в тот момент. Ты понимаешь, что, типа, кто-то из вас? Ты ручаешься за тех двух человек, с которыми ты шел? Я ручаюсь точно за Хесус. Вот точно ручаешься, да? Ну да. Это, типа, а я за Джойна. В этой тройке. Он не был в этой тройке тогда. Какой тройке? Ты про какую тройку сейчас говоришь, Вики? Я не понимаю, какая тройка? Если я все время был с Джойном, какая тройка? Что за тройка? Блять, я же тебе говорю. Я шел, когда нашел я труп. Я шел от хранилища вправо, не было трупа. Они пробежали, три человека, Джойн Тайм был среди них. Возвращаюсь, и труп есть. Ну там был я, Джойн Тайм и Дина, блин. Что непонятно-то? Блять, ты был до этого момента, понимаешь? Ты бежал перед ними, впереди. Как все, короче. Этих трех людей. Как, в смысле, блять, если я с ними был? Че он нахуй несет?
Сука, не успел. Я надеюсь, Байовла ёбнула кого-нибудь. Так, давно не собирались. Никого не ёбнули. Ёб твою мать. Я думал, что есть скилл. Дим, ты сейчас усложняешь предателям жизнь. Почему? Дима, ну что у тебя за привычка? Ты вот, ну, серьезно, блядь. Нет, сейчас на самом деле, я думал, был килл, потому что... Ну даже если бы он был, зачем кнопку нажимать? Ты понимаешь? Лучше найти труп. Понятно. А что по заданиям, кстати, у вас много еще? Старый труп, если найти, он не поможет. У меня еще половина где-то. Тут труп не старый. Эвикей, а у тебя? Чего? Эвикей, как у тебя по заданиям? У меня одно точно. Я не знаю, сколько мне значит. Штуки три, наверное. Сейчас свет делал только я, потом пришли Хесус, Крис Вейв и Джойн Тайм. Ну, я так понимаю, у нас между Хесусом и Эвикеем разноцвет. Нет, это почему? Никаких разноцветов. Не-не-не. С чего бы вдруг? Я не думаю, что Хесус это может быть. Это Эвикей, изи. Ну так может ты быть. Я говорю разноцветно, то есть вы не логично, но это не я, типа... На! Сразу нет? Он подозревает меня. Бля, вот сука, я, блядь, затупил, нахуй. Да, вообще, я съебусь на эту сторону, на левую. Ликса валить. Так, все, электричество можно вырубить. Нахуй ты включила эту хуйню, блядь! Ой, блядь. Ну нахуя вот просто, блядь. Нахуя этот саботаж ебаный, блядь. Чтобы что, блядь? Не успела нажать. А, не я нажал. Я нажал. А, ну мы значит, это одновременно с тобой. О, боже, бляха, муха. Так, ребятки, смотрите. Подожди, ты нажал где? Который возле камер? Нет, не возле камер. А, я только что. Я возле камер еще нашла труп, я не успела зарепортить. Кто был там? Кто самый последний прибежал в реактор? Ликс, вроде бы, я не успела увидеть. Мы с Ликсом прибежали, Это Алекс, либо ребятки. Он умер, да. Слушайте, возле камеры да? Лежит Крис труп Вейв. Ликса, а Хесус стоял Вейв. На камерах. Смотрите, просто расскажу вам. Я помню. Стоп, извините, я всех вас перебью, буду, может быть, неправ, но тем не менее. Я стоял в... чинил провода. Потом там был Джон Тайм и Крис Вейв. А, там остался Крис Вейв. Я выхожу, забегаю, чтобы посмотреть, не прыгнул ли в люк. Не прыгнул ли в люк. Я возвращаюсь, мне бежит навстречу Джон Тайм, я подумал, что... Да, я тоже. Своих, потому что, может быть, я убийца. Но меня подозревают, да. Это нормально. Они остались двое позади. Я пришел нажимать на реактор. Осталось там, действительно, там было много народу. Хесус, ты был там? Там это где, на реакторе, что ли? На реакторе. Да. Мы с Ликсом стояли наверху, мы деактивировали... Около проводов остались... Ну, я не видел, кто внизу был. Электрорубки. Там остались Крис Вейв и Джойн Тайм. Я пошел вниз, они шли мне вдвоем навстречу. Я подумал, что кто-то из них может друг друга убить. Но они не убили. Но в хранилище я нашел труп Дина Блин. Понимаешь, что у нас два трейдера, мы никого хранилище. Тут сейчас 100% кикать нужно. Я за Крис Вейв, потому что на нее больше подозрения. Чем на Джойн Тайм, но Джойн Тайм тоже, потому что они вместе, блядь. Мы с Джойн Таймом 100% красные. Потому что мы вдвоем бегаем. Звучит убедительно. Выполняем ну, и это задание. Вполне возможно, что... Вы не слышите то, что я говорю, что я стояла возле камер. Так, окей, у нас... Блядь! Я потом труп, я нахожу на камерах, и Хесу стоит на камерах. Это Крис. Да. Чё, я нашла труп возле камеры, там был Хесус. Почему вы меня... Ладно, ну, типа, хорошо. Сейчас... Ну, естественно, я там был, я же говорю, я деактивировал этот... То мы ошиблись, но по факту я сомневаюсь в этом. Блин, очередная гениальная игра. Для вас как будто предыдущих раундов... Мне пора купить эти очки. Я пришел по завещанию. И каждый раз их надевать. Все забыли завещание Дина, когда она говорит то, что типа между,
между Крис Вейв. Я вам четко говорила, что Юля точно, потому что у нас Дима Ликс и Крис. Они 100% мирные, потому что они были вместе, когда довольно килл был. И забыли, что Крис окреснена мною уже была. То есть Крис вообще не могла никак быть, потому что... А все потому, что на кнопку нажимаешь. Let's go. И люди забывают, что ты говоришь. Дин, это Дин, пожалуйста. Я. Да. По поводу оверлеев, еще один краткий вопрос. Я не могу выбрать именно канал. Это нормально? Пиздец, Хесус, а я тебе верил, блядь. Окей, все. Как тебе сказал? Скажи спасибо, что я тебя не убил. Глупый join time. Ну, типа, я подсосался к Джойну, чтобы он меня в итоге окраснил. Вот. И меня еще убьют. Вот, и это сработало. А! Блядь, вы мне не дали свет включить, у меня последний штырек был. Ну, я не знаю, по-моему... Где килл был? Опа, все. Так, килл был, короче, как оно это называется-то? Где эти ящики, блин, летающие там? Хранилище. Хранилище, да, в хранилище я нашел вот труп. Где? Ну, в хранилище, по центру. Где второй труп в столовке? А, второй в столовке. Окей, значит, черный и зеленый, точно, зеленый, который... Знат, по-моему, ты, да? Да. Светло-зеленый, черный, светло-зеленый, и я не являемся... Да, блядь. Да, мы друг друга видели. На камерах сейчас. Я был на этой, на админке, я был не на камерах, я кто был сказал? На админке. Кто на камерах был? Так, три красных точно есть. Бист. Заебись. Я включала свет. Я сейчас пришел на камеры, что... там никого не было. Ты ушел, типа, чинить свет? Хесус, Крис Вейв. Я ушел в чекать. Смотрите, справа на О2 было 4 человека. 4 человека. Да. Да. Критерии смотри, было 2 нет, человека. Три. Критерии было 2 человека. 4. Ликс. Дин, смотри, 4. Изначально О2 был joined я, Дина, Крис Вейв, Хесус. После этого Хесуса с Крис Вейв я оставила в навигации вдвоем, пошла включать свет. Трупов не было, когда я бежала включать свет. Я включаю свет, загорается репорт. Скорее всего, я ничего не утверждаю, но мне кажется, это сам репорт. Серьезно, да? Стоп. А кто был справа? Когда выключили свет? Я с ним вместе не бегал, алло. Четыре человека было справа. Так. А когда выключился свет, эти люди пошли, потому что я видел Баул. Мы не пошли, мы остались. Она скидывала мусор, я скачал данные, ушел проверять на камеры, выключился свет. Я пошел все равно на камеры, но тем не менее, возможно, когда выключился свет, справа же близко. Я когда свет выключился, я ушел чекать. Скажи, пожалуйста, у админки сколько человек было в хранилище? Это внизу. Кстати, внизу это я не свет, знаю, сколько было. Я точно запомнил, что двое наверху в кафетерии, и четверо справа было около. Кто-то видел Ликса в админке? В админке я один был. Да, он был. А Джон, почему ты говоришь, что у нас пошел? Было четверо? Ну, куда ты пошел? У нас было в начале четверо, ребят, потом Хесус убежал. Ребят, я... Хесус с нами был, потом он убежал. Может быть Ликс, потому что Ликс ушел. Запомните, пожалуйста, что Джон светло-зеленый, я не мафы. Да, запомните. Вы заебали спамить, я не увидел Ликса, хватит мне в хуйню вкидывать всякую. Как можно было, блядь, увидеть фиолетового, если не было света? Фиолетовый какой-то. Что мне тут рассказываете, блядь? Руините катку, нахуй. Ну, был и был, блядь, я не видел. Да, сука, новый автомат! Расскажу, что такое? Ну, шо ж ты, блядь? В прошлом раунде я видел, как Ликс ушел с... Админки, когда вот свет я начинал гаснуть. Бист, я не уходил с админки, я стоял на админке до того момента, пока не зарепортили труп. Я не мог уйти с админки, потому что я контролил полностью, кто где бегал. И я говорю, что четверо человек было вот два, двое было в кафетерии. Сразу такой вопрос. Кто видел Биста на прошлом раунде? Я не видела, что горели камеры. Потому что я пришел на камеры, там пусто было. Да, я ушел, же говорю, когда свет выключился, я ушел. Ну, а кто видел, что вообще камеры работали? А как мы могли видеть, если это типа... Ну, камеры же мигают красным. Димка, как ты знал? Короче. Нашел труп в кафетерии? Потому что я шел в навигацию. Кто-то сказал, что видел труп в кафетерии. Я шел в навигацию, я думал... Смотри, был... Блядь, по-моему, я могу проебаться... Ну вот как раз Поппи шла и Белый, блядь, по-моему, смотри, они вышли с навигации, и Хесус остался в комнате. Хесус очень долго делал квесты. Я подумал, что Хесуса ёбнули, вышел из камеры, пошел в навигацию. Но перед тем, как я зашел в
столовку, у меня загорелся репорт, и зарепортили другой турбо в этот момент. Пис, ты только что противоречишь себе, ты говоришь, как только выключился свет, я ушел с камеры включать свет. Мы скипаем, пока скипаем в любом случае. А потом ты я говоришь... Я не шел включать свет. Я не шел включать свет, сказал, чекать труп на навигации, сказал. А через как ты пошел-то? Потому через что я сверху шел, я тебя не видел. Я тебя тоже не видел. Ну ты чё, камон? Я пришел на камеры сверху, подожди, то есть ты пошел сверху, а столовки был труп? Интересно. Какой, блин, да, я ее видел, я и говорю, потому что я говорил Ликсу про четырех человек, потому что я ее видел живой, ушел туда налево, пришел на камеры, тебя нет, находит труп там с другой короче, стороны. Короче, Эвике, это ты, интересно. Да? Не факт. Интересно, что ты говоришь, что меня не видел. Да кто в меня вкидывает, блин? Я тебя тоже не видел. Я вообще не голосую. А, кстати, запомните, что я красная, потому что я свет включала. Я, да, я прошлую игру выиграл, да, я, да. Бля, прикольный скин, кстати, ля какой, сука. Блядь. Не, ну ебаный свет. Ага. Так, ладно, я тогда буду Ликса обходить стороной. Так, здесь уже ничего. Нормально, идем в комнату управления. Значит, буду следить сейчас за ним пристально. Ой, бля. Маска ничего такая, ну коронавирус же. Так. Быстрее. А, сука, свет отключили. Нет. Бля. Ой, бля, думал меня ёбнули нахуй. Ликс, ну ты чё? Мы же двое стояли. В админке был, алло. А он вообще-то Ликс. Какой админки-то был? Дмитрий, тебя не было в админке. В админке было два человека, это я и Хесус. Как ты могла видеть, это Ликс. Кто был в админке? Очень легко. Я видела по админскому столу два человека, я подошла к скачке, там стоял Хесус. Расскажу каламбур. Скорее всего, второй, кстати, трейд... Подожди, админка это что? Бист. А сейчас самое смешное будет. Сейчас, ну, может, нет. Я видел, как с медицинки выбегает Ликс. Я пошел, встал камеру, и Джоин Тайн встал ровно в меня. То есть мы стояли друг в друге. Подходит Ликс, хуярит одного. Подожди, там не было Ликса, я же в админке, алло. Там не было Ликса, я про что и говорю, алло. Нет, ты сказал, ты в админке, я говорю, нет, я в админке. Очень длинный ник. Навигационка, блин, не админка, навигационка. Короче, прикол в том, что меня не было слева вообще. Я стоял у медпункта, я видел, как Хесус и Бис прошли налево, и потом я вернулся назад направо, я пошел делать метеориты. Не, ну тут 100% я уверен. То есть ты считаешь, что Бис сейчас выдумал всю эту историю про то, что они стали один в один, а ты, почему-то именно ты пришел и убил? Я на Биста даже вообще не гнал, но он второй раунд, у него сначала там EVK, потом у него я, потом еще кто-то, это очень странная логика, Бист. И ты, EVK, если я в том, раунде... Голосуйте в Ликса, товарищи. Окей, тогда у вас... Это 100%, гарантирует он. Махровая. А дальше интересная история. Очень Знат бегал вместе с Ликсом прям в упор очень. Да, только меня смущает, что Бист вместе с Хесусом бегал, и Хесус дефает Биста. Я его не дефую, я голосую против тебя, я вообще, ну, как бы, при чем тут он? А, ну вот, интересно очень. Ну да. Вести не убивал, получается, я на камерах все-таки видел, когда ты включил свет, ты убил Юльку, получается. А снизу уже, вот, хуй знает. Но это не Эвикей убивал, Эвикей должен быть супер красным. Подожди, Знат должен быть хорошим, потому что я, Знат и Джойн были во время дубликила вместе. Алекс с медицинки для меня подозрительно выбегал. Я почему понял, что это он? Я, блядь, открываю Дискорд, ну, мне же надо постоянно сворачивать игру, открывать Дискорд. Чтобы это... Что? Микрофон. А у него там камера, блядь, включена у этого Ликса. Я разворачиваю Дискорд, и у него ебало такое хитрое, блядь, улыбка такая, типа... Я такой, да? Вообще не палится, блядь. Ему реально камеру отключить в Дискорде надо, это его палит жестко. Сделай по кнопке Дискорд. А еще я, блядь, буду кнопку держать постоянно теперь. Не. Да я уже привык, я вот так альтаб нажал, альтаб, вернулся в игру, все. Ну просто что, сейчас из-за Дмитрия Ликса я буду, короче говоря, кнопки менять. Ну, хамбаб нахуй. Ему проще камеру отключить и все. Ну то, как он улыбнулся, это прям вообще так прям спалило его жестко. Папибу, блядь. Понятно. Дина, блин, и Знат прибежали. И Бист.
Эвикей тут бегает. Подожди. Обоёвал где? Или она померла? Не вижу никого. Да понял я вас! Забиндить можно! А! Чё она исчезла? Что? Только что... Хес, чё это было? Дима попросил меня нажать на кнопку своим танцем. Ты исчезла! Танцем. Знаю. Это кто мне, да, кто меня спрашивает? Знат, что из люка вылез в админке или что? Нет. У меня закрылись двери, и ты исчезла. У меня такая же херня была. У меня, знаете, как было? Стоит бист. А, кто-то, я не помню, какой человек. И бист. У меня человек исчезает, и бист на его место телепортируется. Забей, забей, господи. Это лагает сервак. Человек... Это сервак лагает. Что ты хотел? Короче, ну, смотри. Я за прошлый раунд рассказываю. У медицинки... тусовался Ликс и Знат вместе не с ним. Не так потом это было. Ко мне подошел Джоин. Ну хорошо, сейчас расскажешь, как было. Я пошел на камеры, встал, на меня встал Джоин. Я думал, Джоин меня ебанет, но ебанул меня Ликс. Был рядом Знат. Возможно, Ликс хотел сделать даблкил, но Знат что-то вот не захотел. Почему сейчас я попросил нажать на кнопку? Мы сейчас заходим в админку все вместе, да, мы бегаем. Знат, кстати, съебался от меня, за ним пытался бегать весь раунд, и киллов нету. И когда я зашел в админку, Знат стоит на вентиляции уже. Вот я про это спрашивала. Ну а зачем там стоишь? Просто нельзя поставить в углу, что ли? Не, ну, не в такой ситуации. Смотри, Знат для меня был, да мы, был Дина, мирным с тобой стояли за первого мирным, раунда, но конечно. Ты тогда позже прибежал. Ты не тогда позже, я сразу мы был с Джоаном там. С самого начала были. Я сделал перекачку 10 секунд сверху и сразу к вам спустился. Вы чё? Там типа физически нельзя. А что по заданиям? У меня все сделано. Ну, 8, я не... Ну, я почти все сделал. У меня еще два или одно задание, не знаю. Ну, у нас один трейдер 100%. Почему это не Хесус, он топил, он топил против Ликса. Смотрите, Викей меня... точно мирный. Вот насчет Поппи еще есть шанс. Прошлый раунд мне понравился, как Ликс выбегал из медицинки. Вот это мне показалось, что он с люка прыгнул. Во время даблкилла я хочу еще раз напомнить. У нас типа 100% либо Знат, либо Поппи. 100%. Ну, Поппи меня бы убило сейчас в электрической этой херне. Мы с ней вдвою там были. Нет, Ликса кикнули, не будет даблкилла. Ну, нам надо кикать кого-то. Да сейчас во задание доделать первого... надо, Хесус, не надо никого кикать. Да, во время того, как был первый да, раунд. Да, зачем вы меня голосуете? Я включала... Ну, потому что ты с Ликсом тусился, когда вот перед киллом. И чё? На медицине перестал. Ну, зачем случайно пересеклись? Ну, вы вместе тусились. А мне ощущение, что даблкил хотели сделать. Понятно. Так, ну, EVK 100%. Он что-то стоял. Вот эта вот пауза, знаете, когда начинается игра, и чел стоит еще несколько секунд. Никуда не бежит. Это значит, что ты трейтер, да? А! Нет, не бей. Не бей. Ебать. Сука. Не люблю, сука, такие задания, когда надо вот сосредоточенно тыкать. В этот момент тебя могут прям легко убить. Бабабуй. Ну, сука. Ау. Нормально, быстро свет включили. Трупы есть? Трупов нет. Шо, EVK, блядь, сюда пришел типа задание выполнять? Ай! Все, мне ГГ. Все. Короче, это EVK. Он делал вид, что выполняет задание. В том месте, где уже все давно все сделали. Бабабуй. Да ёп. Да блять. О нет, только не свет. А я не пойду его включать. Я пойду просто задание в навигационный. В навигационный выполню и все. Давай. Бабабуй. Блять! Так, я на всякий случай проверить. Что-то мне страшно стало в этой темноте. Все нормально. Тебе да? Стало страшно, я задание выполнял, провода натягивал, и ты, блядь, прям под конец сломал мне все. Зато я все выполнил, поэтому могу сказать. Ну, молодец. По заданиям, а кого осталось? Все выполнил. Мне вот осталось провода и все. Призраки, я надеюсь, вы не АФК. EVK, ты сделал? А судя по полоске, они АФК. Что тебе, EVK? Парочка. Хесус, у нас полоска специально. Надо... Блин, как вы умудряетесь так долго? Не, я понимаю, но она сейчас обновилась, и все равно, типа, там дофига еще. Да. Ну, я слежу иногда, что я, если открою задание, не увижу, если сделают киллы, буду стоять. Вообще, EVK странный. EVK же не следит, ну ладно. EVK странный, если честно. А что, я же говорю, два задания мне осталось. Давайте ну, я ну ладно. Я чуть тебя не проголосовал. Просто будьте осторожны, короче. Будьте осторожны. Двери закрываются. Если что, вы помните, что мы с Димкой точно мирные? Угу. Вы, наверное, все забыли, что было. Я тоже, да.
Ага. Так, блядь, провода, 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 провода. Да заебали свет выключать. Все. Ай, сука, еще наверх. По-любому уже кого-то убили. Все. Все. Бля, 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 бля. Здесь где-то труп сейчас будет. О боже, мне страшно. Вот где-то здесь должен быть труп. Никого нет. Никого не убили. Как? Почему? Так, Бист и Диноблин были вместе. Блять. Бабабуй! Так. Да ты ч... Может здесь? Почему нет трупов? Нахрен они включили этот саботаж ссанный? Трупы, трупы, трупы. Мне нужны трупы. Да где трупы, блядь? А вот и труп. Ну что, все-таки знат был мирным, да. Значит, все-таки Поппи остается. Только я сейчас весь раунд стоял на камерах. Ясус, куда ты пошел после электро? Не было. Я бегал слева, я... Подождите, я на камерах не был, стоп. Я везде все комнаты бегал, я искал труп. Смотри, 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 я была на камерах весь раунд. Хесус только что заходил, зашел в мед. Я подумала, он захочет меня убить из винтов в меде. Ну да, было дело, я заходил. Я видела, как Знат стоял АФК под камерами, когда я решила их не спамить, так, чтобы, типа, не было огонька. Я видел Бист и Диноблин. Эвикей заходил в навигацию, пересекался со Знатом. Я видела Дину... Ну, это Эвикей, я же сразу сказал, он подозрительный. Чего? Эй, ребятки, нет. Ну, Бист и Диноблин, вы вместе были все время, правильно? Ну, папе была на камерах. Я бегал просто. Давайте задание разберем. Эвикей, скажи, задание? Пожалуйста, доделал ли ты Эвикей на этот раз свои задания? Да, я доделал свои задания. Да? Да. Серьезно? Какое было последним? Да. Я шевелил полосочку в этой истории, как она называется? Электричество. И там, где кислород... Ребят, да это Эвикей. Это такая суперкороткая история. Ладно. Подожди, где, прости, ты в электричестве, да, делал? В электричестве, да, но это уже довольно давно. Дина, ну ё-моё, ну ты была с Бистом. Поппи была на камерах. Я просто бегал, потому что все задания выполнил. Искал труп. Ну, Эвикей получается. Ну, Эвикей остается по остатку. Вы что, блин? Ну, голосуй в него. Я тоже просто бегал. В любом случае, мы не проиграем, даже если это не он. Убил Байол. Блик, скорее всего, тогда убил Байол, которая была. Давайте скип. Либо Эвикей его тебе. Да какой скип? Вы что, гоните, что ли? Вы что, гонишь? Давайте квесты. Ладно, квесты сделаем. Опять ты, хулиган. Вводишь меня вокруг пальца. Можно даже тут перепортить, можно сразу. Просто у нас без того нет кнопок, если что. Хесус, у тебя есть кнопка? У меня есть. Ну да, вроде. Да, есть, да. Да-да. Кто же это убил? Блин, ну получается Хесус. Чё? Дина. Я? Ой, Хесус. Ты чё, блядь? Я сейчас вниз ходил в эту комнату управления. Я деактивировал саботаж. Я деактивировал саботаж, вы чё? Бандит. Дина, ты... Эвикей, ну это точно не ты, правильно? Конечно. Дина, ты сейчас прикалываешься, да? Ты прикалываешься сейчас, да? В смысле, я ну все, голосуем Хесус. А почему я? Почему я? Почему я? Почему я? Почему я? Подожди, стоп, скажи, почему я? Все, Хесус. Все, я уже проголосовал. Голосуй, Вики, я тоже подожди, вы... Хесус. А, это рофл, да? А-а-а, бля! Да, Хесус, охуеть. Да не, я понял, что это рофл, я и говорю. Че, типа, рофлите? Ты могилу видел, свет врубился, да? Блин. Че? Блин, я уже в надежде сел, уже просто супер отчаянный. Да, смотри, я камеру выключил, ты у меня просто... У тебя ник очень длинный. Я вижу, как ты выбираешь свою модельку, и у тебя XXX написано, типа. Да нет, мне в чате пишут рофлит. Вас спалили сразу. Ну если, короче, сделаешь, то будет не так палевно. Да я вам подыграл, алло. Ha 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 ha!
Попизди, блядь. Дин, пока. Слышь, Саня, блядь, ты что там орешь? Я не могу оверлей себе настроить. Сидит, орёт, блядь. Я тебя буду сейчас убивать первым, понял, да? Не надо, блядь. И в нем, смотри, я выбрал фрик, да, но у меня в invite channel, тебе или права где-то, нужна. В общем, там не могу выбрать именно тот, на котором мы сидим, потому что нужно закрыть. У тебя нет прав. А, все-таки да. Нельзя без прав, да? Ну я сказал об этом, да. Что, запускаем? Да. Кто-то может дать права? Нет, ну ладно. У меня нет. У Люкса очень большой... Хуй. Ой, блядь, я еще с Люксом. О, боже мой. О, боже мой. Ивикей, себе нахуй. Света же нет. Я починил это свет. Знат. Я починил свет, ура. Надо был килл еще. А где килл? Я была на О2. Да. Дин, Знат выбежал из комнаты, ёбнул, получается, в проходе да. И вернулся к нам. Да. Да. А, да? Да. Не, по вашей логике. Не, на деле, мне кажется, это лис. Потому что он убежал долго на вот этой херне и ушел, когда свет... Нет, товарищи, может, вы скажете, где труп-то нашли? Да, короче, мы с Бестом и Знатом стояли рядом с карточкой, потом вырубили свет, мы стояли один в одном, но, видимо, потом Знат подпропал. Потом подошел Знат и точно нашел нас, ты представляешь? Прямо он знал, где мы находимся. Да блин, в чем здесь знал? Я все время с вами стоял, понимаешь? Я стоял изначально с Ликсом, который стоял, вот это мониторил херню. Да, только ты не забывай, что ты стоял еще и с Бестом, который тоже там был. И ты на меня вкид сейчас делаешь неожиданно, а да? Да нет, почему бежал вернуться? Это очень странная они хуйня. Типа, зачем он сказал, что он 2 килла знал? Вот именно, ты пошел с кем-то, давал килл. Я 2 килла делал. Убийство на входе к нам, да? Я даже не успел выбежать из комнаты, понимаешь? Я даже еще не успел, а там уже репорт загорелся. Типа ты слишком сейчас палевно сыграл, Дима. Он прям слева-слева ёбнул. Да, хорошо, тогда меня, пожалуйста, баланс сознательно. А почему тогда ты не починил? Ты от света находишься рядом, понимаешь? Димон, ты находишься очень близко к свету, ты мог прийти починить. Где был труп? Где был труп? Вике, да? Где был труп? Из админки. Я не знаю, где труп. Труп, где труп на, смотри, из админки выход, вот проход вниз коробкам. Ну, труп и Вике, правильно? Легко. Я туда не бегал, да, я все время ушел, был в админке. Знат, ты ушел, Знат, ты ушел, Знат, вернулся, встал бегу, у нас. Я никуда, я там все время был, ты что говоришь-то? Я вообще с админки ни шага не делаю. Я проверил, есть ли Ликс там, где он стоял. Ну, смотри, мы стояли с Диной вместе. Ты целенаправленно меня выбрал как цель, да? Потому что я знаю, это так играется, когда люди там стоят. Хорошо, тогда мы баланс с тобой уходим, и все, мы играем с одним трейдером, базару ноль. Они не чинят. Ну, типа, Знат, ты ушел от Дины и меня. Давайте обсудим, у нас еще второй труп, секунду, у нас попе еще. И ты точно знал, где мы находимся, это очень странно. Да, прежде я не знал. Я потихоньку ты встал света. На меня и Дину, а я свет знаю, чтобы вы именно там стоим. Ты уходить не хочешь, да, я починил свет. Значит, еще Ликс сейчас жалко. Мне кажется, он ушел мирно покурить. Мне тоже так. Значит, Ликс сейчас. Дело сделано. Размен, наверное, я думаю. Ну, мы обычно так по и делаем. По какой причине? Ну, потому что у вас разноцвет был 100%. Ну, ты был готов уйти, понял? Да, из-за этого. Да, базар, ну, хорошо, давайте. По этой причине. А, если у нас просто всегда, когда столет, у кого-то пизда. Разноцвет, мы кикаем обоих. Ну, это да. Мы же всегда так работало. А может, обсудим, кто еще где находился вот в момент того дубль килла, пока у нас Джон чинил свет? Да, давай один. Я была на О2. Я видела в навигации потом Крис, и при этом двое вооружейные качали файлы. А кто? Не помнишь? Хесус. Я сейчас бегу. Я была. Я могу точно сказать, что Хесусом. Юля красная, потому что мы с Юлей бегали. Ну, не с Юлей бегали, но я ее что? Видел много, я ее в нижних складах видел и видел на электричестве. А кто мог с Хесусом качать файл, если у нас людей не остается? Получается, я, Ликс и Знат были... Я уже не помню, кто со мной качал. Боевал с Крис Вей были О2 слэш навигация. Джон подожди, Дин, в админке свет. Я тоже был, ты видел. Ну я потом вниз я пошел. Я про тот прошлый раунд, когда у нас... Все-таки нет. Тот, кто второй, кто понял. Качал с Хесусом файлы на первом раунде, умер. Хесус. С чего вы вообще это взяли? Я не помню, кто со мной файл качал. Но я потом вниз побежал. Я потом побежал вниз, там, где это, как она, этот щит.
Я его разблокировал, и потом уже обнаружили труп. Все. У меня вопрос, а по первому... У меня вопрос по первому раунду. Может, это Поппи была? А чей труп был Нет, найден? я не да, видел. Да, чей труп был найден? Чел труп был найден в первом раунде. Викей, а у тебя есть хомячок Хесус, который за тобой бегает? Кто? Викей, нет, у меня хомячка нет. Нет, у меня нет хомячка. Короче, вот у меня вроде летающая тарелка. Качал файлы, по-моему. Просто смотрите. В первом раунде, когда знак на меня гнал... Я говорил, и потом скип. Мне лучше зарепортим 2 или 1 труп. Тогда скипаем, давайте. Кто-то один не проголосовал вообще. Ну, он мог решить судьбу Ликса. Так, блин, говорили про... Ну, же... ну ладно, короче. Ладно, ой, можем пожалеть об этом. Дина, это скип? Я в Ликса голосовала. Где был? Кто где был? Давайте сейчас мы узнаем. Кто где был. Была, пробегала с Диной в хранилище. Дина, она на счетах вроде бы остановилась. Во два. Я видела тебя во два, Крис. А ты куда потом побежала? В хранилище или Крис, на а щиты? Я потом побежала в нас, я... потом я пошла была через на хранилище свет. Сейчас. Я через столу побежал в медицинскую комнату сканироваться. У нас дубль килл. Ты был у столовки? Нет, я в медицинскую комнату побежал. Ну, я через Ребята, столовку. Ребята, у нас дубль, у нас два предателя на столе. Уводим Ликса, как хотели. Да, хорошо. У нас Джоин мертв, Байовал мертва. Главное, чтобы у вас два трейдера не осталось. Дима, я ведь тебе верю, Бист? Да. Блять, Дин, даблкил был, как бы, когда мы стояли друг на друге. Подождите, вы были с Бистом вместе? К первому раунде. А. Ну, я даже не знаю, что тут, блять. Как тут вообще? Я КСД Аварни, сейчас кушаю хихоним. Ой, блять, еще электричество. Ёбанное. Ну, кстати, да, у меня реально хомячок. Ну алло, блядь, а чё электричества нет? А, во, появилось. Сука. Ладно, короче, смотрите, как делаем. Так, здесь никого. Вырубаем свет. Блять, вот. Все, мне пизда. Сука. Я считаю, блин, это Дина. Блин. Это Дина. Она убила и сам репорт сделала только что. Ну, получается, ах, Дина, в себя пойду, пожалуй, ты... Она специально, ты... типа, стояла рядом с тобой, короче, тебя не трогала, а потом взяла, убила эту... Кого она, да, там? Кто получается... сейчас вообще умер? Дима провела тебя. Вот, поэтому да. Реально провела. Да. Ну, вообще-то, на самом деле, реально так. Не, гениальный ход, я считаю. Реально тогда в Дина. Да, Дина реально гениально сыграла. Хесус, а ты был готов делать даблкил тогда наверху без света, со светом? Понял? Я зря свет потушил. Не, вообще я готов был, да. Я на самом деле стоял, и я не понимал, типа, ну, готовы мы делать или нет. И мне пришлось свет потушить так бы, если бы я не тушил свет, я бы просто закрыл дверь, и мы бы там дальше разрубили, было бы норм.
Знат, но мы сказали твои слова, мы убрали в итоге. Надо было мне кого-то из вас убивать, точно. И сам репорт делать, точно. Вы меня кикнули, хотя я ничего не сделал. Да и так легко вам было. Да, давайте ластецкую. Вы меня кикнули только из-за того, что ты был готов уйти в размен, понимаешь? Согласен. Но я потом сказал, что не готов все равно. Это уже те штучки или не те? Что-что? Это уже те штучки или не те? Ты про какие? Ну, ты обещал штучки. Нет, еще. Гениальные новые. Ну, что я могу сказать? Ребят, ну прошел час, ебитесь нахуй так даже, заебали уже. Ты ноешь, что игр нет, блядь, играешь в охуенную игру, ноют опять. В чем проблема, я не понимаю, охуенная игра. Я еще охуенно играю. Нет, опять нытье вонючее. А, о, прикольно. Просто я не думал, что так часто мне будет выпадать роль предателя. Дело сделано. Да заебали, блин, Знат, кликать уже надо. Знат, откуда ты взялся в электро? Справа. Я прибежал справа, меня все... Ликс, когда ты уходил из электро, ты встретил Зната? Нет. Я сейчас только, я справа был все время. Он, видать, налево. Меня там видели люди. Ликс, когда ты уходил, куда ты пошел? Налево, направо? Налево. Знат, ты пришел из хранилища в электро, да? Ну да, получается. Кто-то ну, его типа видел? Я справа бегал, видишь, никого даже не так, видел. Ну да, получается. Ну я хочу в свою очередь сказать то, что Алекс, я типа, уверен точно в боевом. Звучит. Вот. Да, никого ж не убили джентами, я просто затягивала время. Она просто к молку. Джоэн, попалишься. Потом она тебе пригодится. Потому что нам показалось, что знаты были с винтов. В общем, я пришла чинить свет прифайром, там сидела Ликс с стенкой, чтобы вычислять мап. Так что, в принципе, я верю Ликсу. Никого нет, но типа она могла меня убить. Я трейтер, Дин. Да блин, Джоэн, это так... Но никого не убили. Ясно, иди на трейдер. Короче, потом я встала делать задание, и Знат материализовался слева. Давайте просто немножко это запомним, на всякий случай. Пешком пришел, меня все видели справа, я вниз пошел. Не-не-не, мы его уже в прошлый раз просто... Бля, против Джоэна кто-то проголосовал. Да, пусть это блин, он реально сбежал. Это не я. Это бич, трупа сейчас не было. Не было, не было. Господи, что это? Микрофон. В люк. Чё в люк? Ура! Дело сделано. Дело сделано. Да это ластецкая, да. Где друг? Дабл килл. Где ух, ты? Нихера. Ой, ё-моё. Ну, говори, говори. На выходе из навигации, и она только что была жива. Она была со мной в навигации, кто-то ее в коридоре тебя на выходе... Тебя не было в навигации, навигации можно. Ну, была это навигация, точно да. Не боевого... Это точно не Дмитрий Ликс и не я, потому что мы с ним были сейчас в комнате управления. Мы были в электричестве. Боевол я починила за 2 секунды. Ребята, кто... У нас Джойн с Байовол были вместе, Ликс с Хесусом были вместе. Да. Ребята, так, кто был на камерах? Кто был на камерах? Я... Что? Кто? Я вообще-то была в медиа. Здравствуйте. А, Поппи в меди была? Ну, Поппи улетает тогда. Не, подожди, какой меди, если мы про камеру спрашиваем? Не, а Поппи все не... просто. А, объяснить, а если... Меди, объяснить? Не было. Давай, начало, давай. Самое начало раунда. Ультуй! Я знаю, что ты сейчас скажешь. Ты скажешь по админу. Не, Поппи, могу... Поппи в меди никого не было, ля-ля-ля. Ультуй! Ультануть? Поппи, давай. Давай, давай, давай. В меди, с меда в электрику появился чел, и из меда в электрику, и все. И я пошел его хавать и зарепортили труп. У нас два трупа. Это Поппи. А, Ликс, молодец, разобрался. Подожди, а второй-то труп у нас где? Я нашла Крис Вейв, а где Викей? Второй в электрике 100% был. Не, в электрике мы были, в электрике не было трупа. Возможно, как раз в медицине. Были. Да, возможно. Либо в медицине, но там Поппи была, все. Биста, если почему она ты сама, молчишь? Она сама себя сдала. Сама я себя знаю, сдала я сейчас. Только Знат и... Знат прибежал с медицины. Понятно, Бист тоже я этот... Прибежал, а Бист и Знат с хранилища. Дим, смотри, если ты так хорошо... То говори, теперь молчи. Ты не топишь Дину за самый репорт. А?
Почему сам репорт? Нет, я Дину затоплю, но сейчас я конкретно знаю, что в медпункте был трейдер, и ты сказал, что ты была в медпункте. У нас два мапа среди Беста, Поппи и Зната, получается. Если мирные говорят, что они были парами, джойн. Хорошо, я верю Поппи. Ликс использует свои штучки. Так, стоп, подождите, у меня... Кого, блядь? Знат, ты что несешь, в смысле... Ты не веришь Ликсу? Я тебе только что говорю, что я с ним был в комнате управления. Бист и Знат еще, Бист и Знат. Я была вообще в другой стране, тупо. Это Поппи или Знат? Или Бист и Знат? Двойка, да. Че, блин, он сейчас сказал вообще? Ну, понятно, все. Полево, полево. Полево, 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 полево. Че ты этот Бист какой-то? Уважаемый чат Фесуса, пожалуйста, давайте поменим минутой молчания стрим обещанный нам стрим по мафии Библетхунг. Че? Алло, завтра стрим по мафии, алло, блядь. Дурак нахуй. Ну и че? Алло, завтра стрим! Бля... Бабабуй. О, здорово. Все здесь. Дело сделано. Ой, мне. Так, join. Боевал тут. Ну и что такое-то, алё? Ну-ка, а... Не показывает, да? Понятно, блядь. Да что ты... А, меня заперли! Бля. И? Ни одного убийства, вау. А мы с Поппи как бы не прогадали, получается. А мне кажется, предатели могут выжидать немножко. Не-не, мне кажется, один остался, и он как бы не знает, что делать. Ну, мы это знат, это знат, это знат. Получается, давайте кикнем знат. По фану кикнем? Какой знат? Не, давайте кикнем реально. Ну, типа, ты начал дефать, и Поппи... Папе. Я никого не дефал. Как? Ты, нет, ты сказал, ты что ты веришь. Давай по очереди. Потому что Ликс, типа, может херню нести. Хотя, ну тут, что за бред вообще? Подождите, ребят, ребят, куда вы голосуете? Я в скип. Я в скип, точно. Я в скип, я в скип. Я думаю, скип надо выгнать. Ну ладно, окей. Кто гонит, знат, я не пойму. Знат, смотри, в тебя бист кидает, иди ёбни ему. А я не знаю, что он второй предатель. Бист, сколько заданий осталось? Блин, двери все время закрывать. Окей. А может это не делать это? Алло. Пж. 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 Блять. Алло. Да ну ты надоел, алло, попросил уже по-человечески. Сука. Ну, я все задания выполнил. Так, где на блин и джойн? Оп. Ага, ага, ага. Бегает, 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 блядь. Так, где на блин тут? Ну и... А, нас заперли. Бист, иди на блин. Хардвелл, спасибо за подарочную подписку. Подожди, а чё камеры не горят? Смотрите, я стою на камерах, а они не горят. А, вот загорелись. Блять, они же не горели. Ой, бля, бист. Сука.
Ну это НАЦ, НАЦ. Кто был слева? А, ну, Хесус. Какой Хесус, блядь? Я сейчас на камерах с бистом стоял, алло. Чё, я с боевого был. А, подожди, бист вышел. О, подожди, да. Мы с бистом сейчас были на камерах. Я думал, ты один. Хесус, ты видел, как он заходил? А где ты был? Знат, это, конечно, а кто же еще? Так это... Знат, где ты был? Так это Знат. С боевого. Все, Знат. Так, ты боевого. Ну, он пешком туда зашел. Ну. Боевого слева зашел? Да. Все, уехал. Ну, я же говорил. Сначала Джоэн пришел к электричеству, а потом Знат за ним. Да, ну... Это либо Знат, но либо Джоэн это просто. Мирный. Ну, Байоул проголосуй. Со мной. Пожалуйста, Знат, пожалуйста, пожалуйста. Я мирный, думала... потому что я был с Байоул при даблкилле, понимаешь? Да-да, вот, поэтому. Это не Джоэн. Я просто не дослушала, где труп, уже Хесусов кидай. Ну, ты вообще, конечно, молодец. И в итоге... И в итоге... И в итоге... Можно минуту? Это первый. Отлично. Хесус, конечно же, предатель. Да. Можно минуту, пожалуйста? Ликсибе, ты гений. Красава. Минуты эфирного времени. Первый было, да? Смотри. Да. Блин, я еще хочу. Ликс. Блин, я еще хочу поиграть. У нас 8 человек за столом. Эх. Я сделала килл в навигации. Я говорю, что я была... Эх. Ты, не убедившись в том, что в меди был труп, начинаешь выкидывать мирного игрока. Где девушка? Да, она устала, спать пошла. Если бы я затопила тебя в ответку, за... если бы я Блин, была... Я еще хочу поиграть, ребят. Может, дайте гиперластецкую? Ну, реально. Ну, реально. Потому что ты в меди была... Ну, мега-ластецкую. А потому что из меда... Ультра, ультра. Прыжок и потом назад. Вот только проблема в том, что в электрику не было прыжка. Да, в электрику не было прыжка. Это раз, было видно на этом, на навигации. Все, давай, ультра-ласточка. Ой. Я зашла в мед вместе с Байовал. Байовал вышла первая, я пошла в навигацию. Сделала там килл, хотела Дину подставить. Вот. И просто человек вовремя... То есть я вышла из меда, и человек вовремя зашел в электричество. Поэтому отобразилось, как будто... Ну, может быть. Ну, в общем, вот, это сыграло на руку. Аккуратней будь, потому что ты так можешь мирного игрока, правда? А кто еще не зашел? Дина. Она тебе угрожает, ты заметил? А, Дина? Аккуратней будь. Аккуратней будь. Аккуратней. Тут вообще вот эти истории-то не надо. Ай, Дины нету. Погнали. А где Дина? Не-не-не, у нас одной человек не хватает. А где Дина? Дина. Дина. А, сейчас придет. А что, у нас уже началась серия ультраластецких? Ну, у меня ультраластецкая сейчас, да. Прям? Да, я тоже последняя. А насколько ультраластецкая? Ну, у меня вообще была сейчас ластецкая предыдущая, сейчас ультраластецкая. Гоу сейчас сыграем. Сейчас, когда будет ультраластецкая, а потом гиперласт, да. Ну, по идее, она может быть после ультраластецкой, но вряд ли, вряд ли. Вот после этой, ну, вряд ли. Дина пишет одно без меня. Блин, сейчас. Ну, я не знаю, что должно произойти, чтобы оно случилось. Давай сейчас начнем. Давай сейчас начнем. Давайте КД меньше, еще больше сделаем. И еще ластецкую сыграем. Не-не-не-не-не. Кстати, вы когда-нибудь в маньяка играли в Among Us? Нет. Чё? Короче, типа, там делается такой прикол. Делается минимальный КД, максимальный вижен у мирных игроков, минимальный вижен у предателя, и нужно... И ставится минимальная... Ребят, Дина подойдет сейчас, извиняюсь, перебил. И делается очень маленькое количество заданий, то есть 1-1, там, 1-1-2, что-то такое. И мирным игрокам нужно не смотреть, то есть в начале раунда делается саботаж коммуникационного модуля, то есть саботаж связи. Мирные игроки не знают, где расположены их задания, они должны бегать по всей карте, можно переговариваться, то есть мы не мьютимся в Дискорде. И задача трейтера убить всех быстрее, чем мирные сделают задание. Задача мирных игроков говорить, где трейтер, но мертвые говорить не могут уже. И, то есть, например, я там видела его там, там-то он сделал килл того-то, того-то, бегите оттуда, и, короче, делать задание, ну, это прикол десная штучка. Тебе понравилось? Меня загрузило. Я попробовал, но что-то она прям вообще не зашла, я помню, еще играли, знаете, догонялки. Давайте, да, это гол, будет предластовая. Давайте это предластовая будет. А что, без Дины? Ну, давай, и Дина придет и снила гиперласовую. Да ну вы что, блин, мне так ультра уже. Блин, ты сказала, что отойти надо срочно. А мне тоже надо отойти потом. А какой, блядь, видосы смотреть свои? Да, блядь. Ну не в доту же играть, алё. Ой, бля. Урыл. Сори. Ну я Сальери, кстати. Я, кстати, Сальери, блядь. Ну я чистый, ну итальянская мафия. Ну ебать, это я, кстати. Да. Ну я Салями, еблан. Нет, я Салями. Ну и Сальери, ебать, ну да. В смысле угар, блядь, сам ты угар, нахуй. Я серьезный человек.
Угар это твой батя, блядь. Ой. Угар. Вообще звучит как-то... стрёмно, что ли? Угар. Алло. О. А, здорово. Бегу по столовке, горит кнопка репорт, но трупа не вижу. Я такая, чё? Сверху был знат. Труп Беста находится при выходе из левой части в столовку и по нижней части, то есть по нижней грани вот так бежать. То есть за левым нижним столом. Вот. Ничего не понял, где еще раз? Прям в столовке. В столовке, да, но в столовке, как бы, знаешь... я там не был. Ну, имеется в виду в нижней части. Кто там свет тушил, просто мы пробежали с Крис Вейв, была закрыта дверь в свет. Кто там вдвоем был? Я был там, где свет. Короче, чинить. Там был только я. Где труп? Меня прирежут. Труп в столовой. Не, ну нахуя, я же мирный. Труп в столовой в левой части. А почему у меня тогда репорт? Я видела только... В левой части там, где тебе медичку? Ну, знаете, вот выходишь из меда... направо. Ну. Вот. Ликс. Ты можешь в столовую и сразу... Я еще так странно забыла. За кого ты ручаешься? Под столом где-то. Я ручаюсь за Крис Вейв, потому что ну, мы с ней свет бежали. А что ты за мной так страшно бежал? Получается, смотри, даблкил. Мы с Хесусом были в электре. Значит, даблкил был сделан не там. Я за Хесуса, получается, ручаюсь. Ну да, меня закрыли еще причем в этой комнате. Еще один труп, скорее всего, на камерах по той причине, что... Знат, а где ты был? Я сейчас провода соединял наверху. Админ труп был на камерах? В столовой прям, наверху. Джен, а ты Ликса где встретил? Он выбежал слева, типа, где склад, понял? То есть справа, получается. Да, ну, справа. Я бежал налево. Мы вместе бежали направо, Сочи, я подбегаю... Сочи, блядь. Ликс, ты со столовой спустился в хранилище, пошел на электрику, и там оказались закрытые двери, да? Нет, я не со столовой спустился. Ну, слушай, anyway, anyway. Ликс, получается, ручается за Крис Вейв, я ручаюсь за Хесуса, в остатке остается... Джоэн, там, ты уже в одной игре ручался за Хесуса, ну, когда он... Ну, тебе был неправильно трейд. Осталось. Нет! Спокойно себе выполняю нет. Задание. Вот сейчас, ну тогда да. Понятно. Не, ну сейчас-то я, как меня же заперли сейчас в электрокомнате. Да, сейчас вот дабл килл, а я был в комнате заперт. Она говорит, что у нее горит репорт, я забегал сколько раз в столовую, когда я вот забегал слева с медицинки наверх, а не было у меня никакого репорта. Ну... Ну или сама репорт. Как у нее может гореть, я не понимаю. Я сейчас могу показать, где труп был. Ой, глупые люди. О, нормально. Прямые провода. Да нет, у меня девушки, я девственник. Алло. Это просто пародия на одного дурака. Который зачем-то... Ай, короче, неважно. И все. О-о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 -
А, нет. Алло. Да не будет сегодня фазмофобия. Чего, блядь? Фазмофобия. Вы так хотите прямо ту игру, что ли? Или что? Я не понимаю. Алло. Просто я в нее уже так много раз играл. Мне, ну, мне кажется, вам она уже надоела. Не. Фиолетовый сейчас люк прыгнул, и труп прям на скачке файла в электрике. Ликс, твою я жопку я свалила. Я был в навигационном. Да, Фиолетовый, вот просто анимация я была сейчас. Верю. Я был в навигационном. Почему? Я не верю. А я верю. Я верю. Почему ты веришь? Да. Ну, есть одна штука, из-за которой я верю. Ты... Ну, во-первых, звучит убедительно. И тишина. Короче, дверь еще была в электрику закрыта, я сейчас спускаюсь с реактора, на мне навстречу идет знат, он куда-то пошел, ну, в сторону верхнего двигателя. Окей, я проголосовал. А, ну, в камеры. Ну, да, я тоже в лекция, но я верю своим глазам. А, в смысле, я просто пешком дошла, дверь была закрыта, она открывается, я так и знала, раз, типа, дверь закрыта, это, блядь, это фиолетовый, просто фиолетовый. Да, ну, ты бы мой ник увидела. Смотрите, если сейчас играем... Фиолетовый, окей.
Я скипну просто-напросто. Как он ведь был справа, блядь? Вот именно. Не-не-не, то он, это фиолетовый. Ты дурак, что ли, я с тобой был? Джойн, блядь. С первого раунда. Какой первый раунд, ты о чем вообще? В начале, когда мы в электре стояли, понимаешь? Причем вот это? Да, блядь. Чего он, блядь, несет? Какой нахуй первый раунд, если речь ведет про вот то, что сейчас происходило? Алло. Так. Так, ну боевал я доверяю. Джойну я доверяю, себе я доверяю. Ну пиздец. Ну ёбаный, сука, рот, блядь! Ну кто-нибудь, ебучий ты, блядь, слон, нахуй! Чё ты встала, блядь, на камерах, ёбаных, блядь? А Джойн где? Ну пиздец, блядь. Свет побежал на электричество, там труп. Всё, я даже не видела... Это знат, он сейчас вышел с медички. И чё, я туда забегал вообще справа. Нет, я... Знаешь, сколько я уже по времени на камеру стою? Я знаю. Я видел, когда я туда забегал, камеры работали. Чё, бля, пришли сюда зрители Ликса? Ну, был... Весело, да? Убил Хесуса! Ого, блядь! Не знаю, ты смотришь по камерам, но я справа часть вас забегал. Делал вот эту херню. Я видела по камерам. Сколько тебе забегал... заданий осталось, Над? Мне... Блин, Джойн, ты забегал в камеру? Не-не, сваливать не надо. Буквально 2 секунды. Я всех приветствую, ребят, всем привет. Вы можете зафоловиться, я буду очень благодарен. А я бы и тебя бы, Знат, увидела, если бы ты зашел туда пешочком. Ну, значит, не увидела. А, от Вовы? Ну, блин, здорово. Крис, там была, Джойн спустился... Здарова. А Крис этот, Дефл Ликс? Дару, но ребят, дару. Потому что у меня дефл, я с ним не играла. Знат, ты в кого? Пиздобол! Зачем мне в кого-то голову? Вы мне говорили, что вы будете меня смотреть, когда Вову разбанят. А вы чё? Я боевого верю. Пиздобол. Потому что у нас ещё 100% один трейдер, а она вывела Ликса. Надо было, наверное, скипать. Ну да, вдруг я просмотрела. О, отлично. Ну если ты обосралась... А чё, Променяли меня на Вову. Пиздец. А то я же сама сомневалась. Да. Знаешь, я потом вспомнил, что боевого киберспортсмена, и решил довериться. Так, ну... Я, получается, пошел. Алле, блядь. Дина пришла. Давай супер-ультра-пудер. Бля. Фаталити Ластецкую. Самая последняя. А могу ушел? Давай, Хесус, сейчас будешь предателем. Ну, ё-моё. Стойте, подождите. Свет поменя... Ну, сука. Сори за мат. Сука. Я еще и, блядь, мирный, ёб твою. Да они сразу начали, даже не успел выйти, ё-моё! Я же сам стану беременным в 28. Гол фазмофобия. Только без Даши даже. Даш, зайди в ДС, сейчас, блядь, специально буду с тобой сидеть, заебали душить уже. Фанаточки, блин, ревнуют. Да вы не переживайте, ребят. Девочки, точнее, вы не переживайте. В моем сердце только вы. И все. Как же я без вас? О, давай, Ликс, убей меня. Кто меня кормит? Вы же меня кормите. Да, блядь. Угу. Угу. Так. А, вот Ликс. Здесь нет заданий, да шо ж ты? Чё, за Даши? Ах ты, сыч, блядь, ёбаный! А я тебе верил! Пиздец ты, ебать, старая нахуй стиральная машина, блядь. Я хуею, блядь, вообще просто в крысу взял меня, убил. Не, молодец, конечно, момент выждал, но меня тут вообще никто никогда не найдет. Кто, блядь, сюда вообще сейчас побежит? Бля, сейчас пойду открою этот бутылку виски. Я сегодня психанул, купил бутылку виски. Ну так, чисто, на всякий случай, вдруг Вова приедет. О.
Хесс наиграл в Ультра Расцветскую. Ну все, мы ускорим. А, ну все, я могу уходить. Ну вы поняли. Ага, кто сказал? О, палево. Господин Фрейд вошел в чат. Так это могло быть спокойно, да? Так, а где нашли-то, кто скажет? На камерах. На камерах. А, блядь, задание же. Я и Крис только что были в лекции. Сука. Направо, бис налево. Хабиб выиграл? Бис. В смысле, блядь? Куда побежала? Они же еще бой даже не... Как выиграл? Ребят, направо куда? Реально? Так, так. Подожди. Направо, я не успела никуда. Стою я такая... Я косарь на него ставил. Знатом вроде бы. Да ладно! Ебать, он выиграл. Блин, ну все окей, чекаю. Камеры-то работают. Опять задушил, что ли? Бац, репорт. С вероятностью 99% это сам репорт. Там был бист, и была боевал, камеры работали до последнего. А окорок лежал прямо у телека или проходил? Два раунда? Окорок. Окей, а по, ну, по времени это сколько было? В общей сумме два раунда. Шесть минут? Чё, блядь? Я не понимаю, на самом деле, смысл этих боев. То есть, ну, я вообще, в принципе, не понимаю людей, которые смотрят там бокс, UFC, то есть, когда два чела пиздят друг друга, ну, это как-то странно. Но я не понимаю людей, которые там покупают билеты, которые стоят там 10-20 тысяч долларов на этот UFC, где, сука, ты приходишь, сидишь 5 минут и уходишь. Это, блядь, вообще странная херня. Почему? Почти каждый бой длится там 2 минуты. 6 минут это еще до хера на самом деле. Предыдущий бой, по-моему, там чуть ли не несколько секунд продолжался. То есть ты приходишь, 50 секунд уходишь. Че нахуй? Ну да, я не помню, кто с кем дрался, но 40 секунд был бой. С моего боя, блядь. И на этом все закончилось. А подготовка к этому длится там месяц, понимаете, стадион, там люди приходят, все это оформляют, там транслируют, подключают, кучу бабла в это вливают, чтобы показать 40, блядь, секунд. Mm-hmm. Ну или как сегодня 6 секунд. Пам-парам. Ну чё, будем, давай по остатку действовать. Дубль-килл у нас. Ну они зарабатывают огромные бабки за эти 6 минут. Я видела, как... А там произошел килл, и потом человек прыгнул в медкабинет. Когда я побежала через столовую... Хуйню несешь! Не-не-не, ты не прав, там все шоу около 2 часов идет, кстати. Кого? И какое шоу? Периодически встречались. Для меня шоу, это когда они начинают драться. Драку я, конечно, осуждаю. И мы были направлены прямо сейчас. Короче... Я так думаю, туда приходят не ради боя, чтобы обсудить какие-то вопросы. А, да! Что? Говори. Понял, блядь. Когда я чинил свет... Когда свет офнулся сразу, ко мне прибежал. Приходит Икс, вопрос обсудить. Вот. Дима, откуда ты? Понимаешь, для этого не нужно покупать билет за 5-10 тысяч долларов. Вопрос можно обсудить где-нибудь в другом месте, в ресторане, в баре. Какой-то сейчас расскажу. Вообще какой виски взял? О, там, блядь, танта. Короче, я видел на камерах. Там такое. Хесус как раз. И кто-то стоял еще рядом с камерами, чинил эту историю. Там такое. Провода. Я пошел вниз, починил нижнюю историю, нижний. Вове понравится. Двигатель. Вот, пошел направо, мне навстречу бежал Joint Time, поэтому это вряд ли он. Ну, хотя не знаю, может, он-то прыгнул. Ну, в общем. Блин, я думаю, за сколько? Я могу вам показать бутылку. Какой Хесус? Я умер, блядь. Провода вот слева и убил Хесуса. Вы думали на биста, бист это не... Сейчас покажу. Вы в первом раунде на него гнали. Да, где ты был сейчас в этом раунде? Сейчас. Кто-то может так разобраться. Смотрите, у нас время уходит, пока у меня главный подозреваемый Дима Ликс, потому что он бежал со стороны медкабинета. Ты прикалываешься, а человек из своих кабинета. Ну я же не долбоеб стоять в дверь навстречу и просто выбегать на тебя. Ну вот. Дима, а на кого ты думаешь, кто для тебя двойка? Я не понимаю, где Знат был. Потому что Знат не была в этот момент. Сама Дина была в этот момент. Я в кафетерии бежала, она не могла. Я с Крис стоял на карточке сейчас. Это не она точно. И не Дина, потому что мы с ней тоже пересекались. Охуенно, а как вы меня кикаете просто? Я в знатах хуйнул. Уберите, пожалуйста. А мы уже, видимо, я как раз... Вы прикалываетесь? Да, охуенно просто. Асу! 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 Ну, короче, смотрите, вот такая, значит, коробка, нахуй, бля. Её вот так вот открываешь. Чё такое? Да потерпит, блядь, с этим заданием. Она открывается.
Ну, вы мне сканирование дадите это делать? Может, кого сканирование, кстати, есть? Нет, да, я прожал, потому вот такая вот бутылочка. Ну, господа, нихуя не видно. А что это? Даже при шестерых, если у нас два мафа, происходит саботаж. Блять, я хуй вытащишь. Блять. Крис скорее мирная. Так, я тебе сразу на карточке Бена надо давно убить. Мы там стоять секунд 20, наверное, с ней. Да, вот такая вот, бля. Тебя тоже, потому что мы справа с тобой были, потом ты побежал налево, тоже не могла. Получается, ластовый... В первом раунде был с нами, а EVK это кто? И боевал. Да чё Хесус-то, блядь? Получается, последний EVK остаётся. Короче, по логике так. Это лимитированная версия. В мире всего таких бутылок 3888. А что в задании? Это бутылка номер 1679. 28 лет, дорогие друзья. 28-летний, если что, чтобы вы понимали. Он даже с паспортом. У него есть паспорт, блять. Так что, скипаем, ребят. На котором написано 28 лет человеку. То есть, ему лет столько же, сколько и мне. Вот тупо будет, если двое. Мне 28. Я сейчас держу в руке то, что родилось тогда, когда я родился, блядь. Прикиньте, да? Я хуею, нахуй. Причем он 2018 года, то есть это получается, ему уже 30 лет, он старше меня, этот хуй. Нет. Блин. Понимаете, блядь? Бутылка 2018. Я хуй, блядь. Называется Джон Волкер и Сонс какой-то. Приват коллекшн. Какая-то приватная коллекция. Я не ебу, кто такой Джон Волкер. И Сунс какой-то. Вот такие вот дела. Балдёж, да? Да я так купил для каких-нибудь моментов особенных в жизни. Мало ли пригодится. Ну, я говорю, Вова приедет, надо спаивать же человек. Так. Вот, может, кто еще? Да, дальше. Как говорится, для друзей ничего не жалко. Да и я, если пью, я всегда стараюсь пить что-то качественное. Да, я знаю, что Хабиб победил. Уже доложили. Я косарь на него ставил, кстати. Ну, кстати, чё, можно это... Раз победил Хабиб, может и бутылку открыть. Не-не-не, спасибо. Гейджи, очевидно, слил бой. Он сдался и начал ржать, что заработал свои 4 ляма за 6 минут. Даже за проигрыш. Да пиздец, я, блядь, вообще в шоке, нахуй, с этих вот... С этой жизни. Чел реально просто, блядь, повалялся на ринге и заработал 4 миллиона доллара. Не, понятно, что он к этому шел очень долго, да? То есть, как бы, он не просто, блядь, типа, родился, вырос и вышел на ринг поваляться. Понятное дело, что он долго работал над тем, чтобы вообще достичь такого уровня, но в любом случае. Алкастрим с гайки, вы чё, ебанутый, что ли? А, Хабиб закончил карьеру. Ну, на самом деле, правильно сделал. Ну, правильно сделал, потому что, на самом деле, вы знаете, получать по башке постоянно, это очень вредно для здоровья. А я думаю, он уже столько заработал, что ему, ну... Делайте задание. Ну, нахуй ему, нахуй. Куда ему еще? Ему денег хватит до конца жизни. Причем еще его сыновья будут жить на эти деньги. Да, блядь. Вот поэтому тут главное на самом деле в такой ситуации и деятельности вовремя кончить. Иначе потом проблемы будут. Ты Хесус ливнул ведь. Ты че дурак, блядь? Еблуша нахуй. Не, он тут летает, он вроде делает что-то. Да не хочу я виски сейчас скрывать, блядь, это слишком... О, они дорогие, да, ну и шо ж. Не каждый день я пью. Как бы, ну. Да ёпта РСТ, блядь. Да делаю я задание, блядь, делаю! Сука, вы чё, сука, блядь, слепые, что ли? Козёл. Когда я планирую кончить свою карьеру? Слушай, она не такая прям вредная, как... О.
Так это я задание не делал. А? Кто последний? Крис была, что ли? Да. В смысле, последний? Он не нажимал, когда надо было саботаж. Ебать, Ликс с Викеем даблкилс на попе и мне сделали пиздец. Я прям так рад. Я сказал, аж неплохо, чуть войс. Ну, это была ультра-ластецкая. Алло? Алло? Причем я, кстати, Ликс, я не знал, что ты сделал этот килл. Дима, встретила я тебя помпарам. Ликс, тебя не слышно. А еще кто-то выиграл? Так, стоп, а кто был? А кто был? Я бы еще поиграл. Да я бы поиграл. Я хочу немножко Ликс и Викей были. Короче, понял. Давайте, пока. Все, давайте, пока, ребят. Давайте, честно. Давай, спасибо. Покрыла стецкую. Пока всем уходящим. Пока.